А ты чего ж не молишься, старый? Аль не крещеный? Кому молиться-то? Известно кому, Богу. А ты покажи мне, и где он, Бог-то? И где? Известно, на небе. А ты был там? Но был, не было, все знают. Богу молиться надо. Бога никто же не видел, нигде же. Единородный сын, сущий в недре, отчим он явил. Ты, видать, нехристь, а? Дырник? Дыре молишься-то? А ты какой верой, дедушка? Никакой веры у меня нет, потому никому я никому не верю, кроме себе. Да как же себе верить? Можно ошибиться. Не в жизнь. А чего же тогда разные веры есть? Оттого и разные веры, что людям верят, а себе не верят. Всякая вера одна, себя восхваляет. Вот и расползлись, как кутят слепые. Вер много, а дух един. И в тебе, и во мне, и в нем. Значит, верь всяк своему духу. Вот и будут все соединены. Будь всяк сам по себе. И все будут соединены. А царя признаете? А чего ж не признавать? Он сам себе царь, и я сам себе царь. Только теперь узнал все то счастье, которое может испытывать человек. И это вы. Это ты дала мне это. Я из себя узнал благодаря тебе. Узнал, что я лучше, чем я думал. Я давно это знаю. Я зато-то и полюбила вас. Вы знаете, ты знаешь, но все равно. Я сблизился с тобой не бескорыстно. Хотел установить связи с светом, но потом, как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. И ты не сердишься на меня за это? Да. Ты вот сказала, что полюбила меня. Но прости меня, я верю. Но что-то кроме этого есть, что тебя тревожит и мешает. Что это? Послушайте, я не могу быть неправдивый. Я должна сказать все. Вы спрашиваете, что? То, что я любила. Вы хотите знать кого? Да, его, государя. Мы все любим его. Я воображаю, вы в институте. Нет, после. Это было увлечение, но потом прошло. Но я должна сказать. Ну так что же? Нет, я не просто. Как? Вы отдались ему! Любовницы! Поздравляю вас, графиня. Благодарю вас, ваше императорское величество. А где же счастливчик жених, похитивший у императрицы ее любимую фрейлину? Князь Касацкий дежурит по полку, ваше величество. Но я надеюсь, что князь не будет держать жену в затворе.
и не лишит наше общество его лучшего украшения. А? А? Ну что же мы стоим, господа? На балу полагается танцевать. Прикажите мазурку. Кто это красавица? Фрейлина императрицы Мэри Короткова. На днях она выходит замуж за князя Степана Касацкого. А знаете, маркиз, за год тому назад графиня Короткова была любовницей государя. А как же князь? Говорят, Касацкий настолько ослеплен любовью, что не замечает того, о чем говорит весь город. А мне жаль несчастного князя. Касацкий совсем не несчастен. Его ждет блестящее будущее, государь благоволит к нему. Князю обеспечено флигель адъютанства. Нет, про нас мне многое, очевидно, непонятно. Неужели царь никогда не встречает сопротивления со стороны самой жертвы его прихоти? Никогда. Как это возможно? Берегитесь. Ваш ответ дает мне право обратить вопрос к вам. Объяснение затруднит меня гораздо меньше, чем вы думаете. Я поступлю как все. Сверх того, мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом. Господи, помоги мне, избави меня от ошибок. Сделай, Господи, так, чтобы император заметил меня и подумал, какой замечательный наездник этот молодой князь Касацкий. Как он ловок, как смел. Он, конечно, лучше всех. Как стыдно. Все погибло. Я навеки опозорен в его глазах. Жизнь моя кончена. Господина кадета, князя Касацкого, его императорскому величеству! Подойди-ка ближе. Ты сильно ушибся? Пустяки, ваше императорское величество. Ты не огорчайся. В верховой езде всякое случается.
Ну? Возьми. Вытри кровь. Возьми платок. Я доволен тобой. Благодарю вас, ваше императорское величество. Ну, скажи, о чем ты мечтаешь? Умереть за ваше императорское величество. Если бы ты был частный человек, я бы убил тебя. Убил! Убил! Смеете, кадет. А вы, господин капитан, лжец. Вы солгали. Вы запятнали честь офицера. Замолчи, щенок! Стой здесь. Ваше высокопревосходительство, по вашему приказанию, кадет князь Касацкий доставлен. Благодарю вас, вы свободны. Вы знаете, что за ваш проступок полагается суровое наказание. Вы должны просить прощения у капитана Шварца. Вы что, не слышите, что я вам говорю? Он солгал. Я приказываю вам... Да, я преступник, но я не буду просить прощения. Ты будешь сдан в солдаты. Я не могу. Пусть солдаты... Не могу. Он непорядочный человек. Ступайте к дежурному офицеру, передайте, что я приказал посадить вас под арест на 10 суток. Знаете, что мне все известно, но некоторые вещи я не хочу знать. Но они здесь. Oh,
Господь всемогущий, укрепи мои силы, чтобы я мог всю жизнь служить Ему. Он справедливо гневается на меня. Помоги мне, Господи, побороть мою гордость. Ты же знаешь, что я люблю Его больше всего на свете. Люблю так же, как Тебя. И верю в Него, как в Тебя. Ты простишь ведь мне это. Он же Твой помазанник, Господи. Помоги мне. И покарай меня, если я нарушу эту клятву страшной небесной карой. Неужели все ложь? Все, ради чего я жил, во что верил, чего добивался, обман, гадость. И вся наша жизнь – ложь. Лучше умереть и ничего не знать, более ничего не желать. Да, кончать надо. Но я не хочу умирать. Как же мне теперь жить? Вразуми, Боже милосердный, настави и утверди. Вот, ваше преподобие, привез жену и дочь поклониться святым мощам. За великую честь почитай, ваше превосходительство, посещение вами обители нашей. С дороги чай притомились и проголодались. Льщусь надеждой, что не откажете разделить со мной скромную трапезу. С великим удовольствием. Милости прошу пройти, господа. Терлядь мы ели, осетрину и лососину тоже, форелью нас подчивали. Что же теперь? Ла Бордан? А вы отведайте. Восхитительно! Вы так ваше преподобие кормите, что я хоть завтра готов вступить в ваш монастырь. Не верьте ему, ваше преподобие. Он дня не может прожить без скоромного. И учти, Пьер, прежде нужно пройти послушание. А это означает пустые щи да каши. Я верно говорю, ваше преподобие? Истинно так, сударня. А знаете, ваше преподобие, в Петербурге лет 10 тому назад вышел подобный случай. Тогда я командовал полком, и был у меня командиром лейб-эскадроном некий князь Степан Касацкий. Красавец! Превосходный товарищ и отличный офицер. Покойный император Николай Павлович отмечал его. Все предсказывали ему флигель адъютанства. Невеста первая красавица. И вдруг этот самый Касацкий в один день подает в отставку. Берет связь с невестой, отдает имение сестре и поступает в какой-то отдаленный монастырь монахом. Ты помнишь, Тамаша? Князь Касацкий монашествует в нашем монастыре. Что вы говорите? И давно он у вас? Скоро год.
Его к нам перевел с повышением наш новый владыка, преосвященный Никодим. Он ранее игуменствовал в Кирилловом монастыре, где под его руководством и послушничал Касацкой. Там его и постригли в иеромонахи с именем Сергия. Наш владыка из старцев. Преосвященный Никодим, муж великой учености и суровых установлений, но он возлюбил отца Сергия. Ибо отец Сергий истов в вере, воздержан, смирен, кроток, чист и послушен. Но и метаморфоза. Он был всегда самолюбив, горд и горяч. Правда, он всегда отличался воздержанностью. Ну что ж, человек он был умный. А карьеру ведь и у вас сделать можно, не так ли, ваше преподобие? Все мы в руках Господних. Но отец Сергий высоко поднимется. Блажен муж, аллилуйя. Отец Сергий, его преподобие зовет тебя в алтарь. Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь ему с трепетом. Отец Сергий, вот. Его превосходительство изволили выразить желание увидать своего прежнего сослуживца. Очень рад вас видеть в ангельском образе. Надеюсь, вы не забыли старого товарища. Ваше преподобие изволили звать меня? Да, повидаться с генералом. Ваше преподобие. Я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов. За что же вы здесь подвергаете меня им во время молитвы и в храме Божьем? Иди. Иди. Поговорили смирен, а я узнаю прежнего князя. Я ждала вас, святой отец, просить о помощи несчастной женщине. Вы такой непорочный, чистый, святой человек, что только вы один можете спасти мою душу. Исповедуйте меня, дайте пасторский совет. Мое имение здесь неподалеку, всего верст 10. Приезжайте. Спасите меня. Это невозможно, сударыня.
Вставай. Ну, встань же, Мисаил. Пойдем в келью. Христом Богом молю. Уснешь ведь тут, а преподобный больше не простит. Изыди. Желаю возлежать меж святых могил. Войди. Стой, Алёша. Я должен покаяться перед тобой. Блудница искушала меня, и я возжелал ее. Похоть овладела мною, разум мой помутился. Господь не дал мне пасть, но я страшу, что могу не устоять перед дьявольским соблазном и погублю свою душу. Прошу тебя, следи за мной, не отпускай меня никуда, кроме как на службу и послушание. Обещай мне это. Что же ты молчишь? Обещай. Слушаюсь. Ступай. За что не даешь ты мне веры? Да, похоть. С ней боролись святой Антоний и другие, но вера, они имели ее. А у меня вот минуты, часы, дни, когда нет ее. А все потому, что не истинно религиозное чувство владело тобой, когда ты ушел в монахи. Тобой владели оскорбленная гордость и желание первенствовать. Ты поступил в монахи, чтобы показать, что презираешь все то, что казалось столь важным другим и тебе самому в то время, когда ты служил. Ты ушел в монахи, чтобы стать на новую такую высоту, с которой ты мог бы сверху вниз смотреть на тех людей, которым ты прежде завидовал. Нет, я вернулся к Богу, к вере детской. Она никогда не умирала во мне. Я вспомнил, что жил только тогда, когда верил в Бога, в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня. Я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше. То есть жить в согласии с этой волей. Ведь я не живу, когда теряю веру в существование Бога. Ведь я бы давно убил себя, если бы у меня не было надежды найти его.
Да, да, да. А ты подумал, зачем весь этот мир, вся прелесть его, если он греховен, и надо отречься от него? Так зачем же Бог сделал этот соблазн? Соблазн? А не соблазн ли то, что ты хочешь уйти от радости мира и готовишь что-то там, где ничего нет, может быть? Замолчи, гадина! Хочешь быть святым? Веруй, Господи, помоги мне в неверию, Господи, помилуй, спаси меня! Господи, научи меня, Бог мой! Ты знаешь и видишь мое отчаяние и борьбу! Ты есть! Ты пишешь мне, что просишь разрешения оставить этот монастырь. И хочешь в монастырь, где я теперь архиерействую? Да, владыка. Здесь я чувствую свою слабость и неспособность бороться с соблазнами одному, без вашей помощи. Это все от того, что ты смирился, отказавшись от духовных почестей, не ради Бога. Еще не потухла в тебе гордость светская. Думал я о тебе, чадо Сергий, и молился, и вот что о тебе Бог внушил мне. Покорись. В Тамбинском скиту помер святой жизни затворник Илларион. Он там прожил 18 лет. Ступай к отцу Паисию в Тамбинский монастырь и займи Илларионову келью. Не то, чтобы ты мог заменить Иллариона, но тебе нужно уединение, чтобы смирить гордыню. Протопить надоть. Уж больно холодно и затхло. Там в задней-то пещерке святой Иларион захоронен, царство ему небесное. Жить будешь первой, там все есть, что требуется. Маслица в лампадку я подлил. Святой Иларион в последнее-то время совсем не выходил. И пищу принимал всего раз в неделю. Хлеб тебе будут приносить, оставлять вот здесь. И за водой ходить близко. Вон там, под обрывом. Родничок бьет незамерзающий. Спасибо тебе, брат. Спаси тебя, Христос. Спасибо. Чего я тоскую? Чего боюсь? Смерти. Да, смерти. Она придет. Зачем же жить?
Если ты есть, открой мне. Зачем? Что я такое? Прощай, масленица. Прощай, масленица. Господа, господа, надо собираться, а то стемнеет. Куда ведет эта дорога? В Тамбино. Отсюда 12 верст до монастыря. Там, где отец Сергий этот живет? Да. Этот красавец-пустынник? Ну, да, да. Медан, господа, едемте к Касацкому, а? Едем. В Тамбино отдохнем, закусим. Да, но тогда мы не успеем ночевать домой. Ничего, ну, ночуем у Касацкого. Положим, там есть гостиница монастырская, и очень хорошо. Я там был, когда Махина защищал. Нет, я у Касацкого буду ночевать. Но это даже с вашим всемогуществом невозможно. Невозможно? Да. Пари. Идет. Если вы ночуете у Касацкого, что хотите? А дискретион. И вы тоже? Ну да. Едем! Едем! Пошел! Пошел! Возвращайтесь за мной часа в три. Выезжайте. Хорошо, езжайте. Считайте, что я проиграл. Да, я согласен. Господа, но это же безумие. Остановите ее. Ну что же делать, господа? Поедемте в гостиницу.
случилось? Да ведь я монах, отшельник. Ну так и отоприте. А то хотите, чтобы я замерзла под окном, пока вы будете молиться? Да как вы? Да не съем же я вас. Ради бога, пустите. Я озябла, наконец. Да что же вы? Да пустите же, я вся измокла. Я замерзла. Вы об спасении души думаете, а я замерзла. Ах, извините. Ничего, ничего. Вы простите меня. Я бы никогда не решилась. Но тут такой особенный случай. Пожалуйте. Вы простите, что я нарушила ваше уединение. Но видите, в каком я положении? Произошло это от того, что мы из города поехали кататься. Да, да, да. Ну, я побилась об заклад, что дойду одна от Воробьевки до города. Ну, а тут сбилась с дороги. И вот, если бы не набрела на вашу келью. Так. Я пройду сюда, вы располагаетесь. Отец Сергий? Сыне Божий, помилуй меня грешно. Господи, помилуй меня грешно. Отец Сергий? Господи, в Иисусе Христе, Сыне Божий. Ну так ведь вас звать. Что вам надо? Вы, пожалуйста, простите, что я нарушила ваше уединение. Господи. Ну, правда, я не могла иначе. Я бы прямо заболела. Да я и теперь не знаю. Я вся мокрая, ноги как лед. Простите меня, я ничем не могу служить. Я бы ни за что не потревожила Господи, вас. Господи, Господи. Я только до расцвета. Да постыдятся и посрамятся в купе ищущую душу мою. И сядь, да возвратятся вспять и постыдятся и хотящие, не знаю. Да примут они Иисус в своем благовещении. Вы не взойдете сюда? Вселяться о тебе. А то мне надо раздеться, чтобы высушиться. Не бормочи молитвы, страстное лицо. Нас, женщин, не обманешь. Еще когда он придвинул лицо к стеклу, и увидал, и понял, и узнал. В глазах блеснуло и припечаталось. Он полюбил, пожелал меня. Да, пожелал. Верно, он клонится в землю. Но не откланяется он. Он обо мне думает, так же, как я об нем. С тем же чувством думает он об этих ногах. Да это пустыня, это тишина. Никто никогда не узнал бы. Что ж я так и просижу тут одна? Что за вздор? Не хочу я. Сейчас позову его. Отец Сергей.
Отец Сергей. Сергей Дмитриевич, князь Касаткин, послушайте, это жестоко. Я бы не звала вас, если мне не надо было. Я больна. Ой, я не знаю. Я не знаю, что со мной. Ой. Послушайте, это бесчеловечно. Я могу умереть. Сейчас я приду к вам. Сейчас. Мне было больно. Я простудилась. Отец Сергей? Милая сестра. За что? За что ты хотела погубить свою бессмертную душу? Соблазны должны войти в мир. Но горе тому, через кого соблазн входит. Молись, чтобы Бог простил нас. Простите меня. Чем выкуплю я грех свой? Уйди. Дайте, я перевяжу вам рану. Уйди отсюда. Отец Сергей, простите меня. Уйди, Бог простит. Отец Сергей, я переменю свою жизнь. Не оставляйте меня. Я уйду в монастырь, постригусь. Уйди. Простите. И благословите меня. Сына Святого Духа, уйди. Господи. Господи.
Матюшка. Отец Сергий. Голубчик. Ой, ничего, ничего. Не прерывайте службу. Отец Сергий. Отец Сергий устал и не будет нынче принимать. Не мешайте им приходить ко мне. Да, так святые делают. До завтра. Я не могу нынче. Тише. Тихо. Убирайтесь. Убирайтесь. Ведь благословил. Ну чего же вам еще? Марш. Марш. А то право. Шею намну. Ну, ну. А ты, тетка, в черных анучах, ступай. Ступай. А ты куда лезешь? Сказано шабаш. Завтра что Бог даст. А нынче он весь отошел. Пойди скажи, чтоб не гнали. Слушаюсь. Уйти. Скрыться. Мужицкой кафтан и шапка вон в ларе. Остригу волосы и уйду. Сначала уеду на поезде. Проеду 300 верст. Сойду и пойду по деревням просить Христа ради. Отец святой, благословить черь мою болящую, исцелить от боли недуга. Дерзай прибегнуть к святым стопам твоим. Встань и скажи, в чем дело. Черь моя, девица 22 годков,
два лета тому, после скоропостижной кончины супруги нашей, ахнула и с тех пор повредилась. Привез я ее к тебе, святой отец, аж на за 1400 верст. Тут она, в гостинице. Днем она не ходит, свету пугается. Только опосля закату может. Чем же она очень слаба? Нет, слабости она особой не имеет. И корпусно. А только неврастениха, как доктор сказывал. И если нынче приказал бы отец Сергий привезти ее, я бы духом слетал. Отец святой, оживите сердце родителя, восстановите род его молитвами своими, спасите болящую черь его. Хорошо, приведите ее вечером, я помолюсь о ней. Но теперь я устал, я пришлю тогда. За 1000 верст приезжают, в газетах пишут, государь знает, в Европе, в неверующей Европе обо мне знают. Все это ложь. Ступай. Не нужно обманывать себя. Я стал средством обогащения для монастыря. Мною привлекают богатых посетителей и жертвователей. Игумен говорит, что я нужен людям. Этим я исполняю закон Христов любви. А насколько я делаю для Бога, насколько для людей, стал ли я подобен месту, где прежде бил ключ, бил слабый ключ воды живой, который тихо тек из меня, через меня. То была истинная жизнь. Но с тех пор не успевает набраться вода, как жаждущие приходят тесняться, отбивая друг у друга, и они затолкли все. Осталась одна грязь. Люблю ли я кого, кто приходит ко мне, кого я исцеляю, кому советую, кого благословляю? Нет. Мне нужна любовь от них, но к ним любви у меня нет. Нет и смирения, нет и чистоты. Вот я жду купцову дочку с нетерпением. И мне хочется знать, имеет она женскую прелесть или нет. Да есть ли он? Что, как я стучусь у запертого снаружи дома, замок на двери, я мог бы видеть его. Замок этот соловьи, жуки, природа.
Я к папаше хочу. Не бойся. Что у тебя болит? Все у меня болит. Ты будешь здорова. Молись. Что молиться-то? Я молилась, ничего не помогает. Вот вы помолитесь, да ручку на меня наложите. Я вас во сне видела. Как видела? Видела, что вы вот так ручку наложили мне на грудь. Вот сюда. Как звать тебя? Марья. А что? Ничего. Неужели все это было? Отец придет, она расскажет. Она дьявол. Да что же я сделаю? Вот он, тот топор, которым я рубил палец. Возьмите меня. Кто ты? Грешник. А коли ты грешник, тебе не к нам надо. Ступай вон в скит к святому старцу Сергию. Он тебе грехи-то отпустит. Нет Бога. Как покончить? Броситься в реку. Умею плавать, не утонешь. Повеситься. Да, вот веревка, носук и...
примите в свою компанию кузину Пашеньку. Пашенька, поиграй с мальчиками. Поиграй. А вы не обижайте ее. Ты кучером умеешь? А пристяжной можешь? А что ж ты тогда можешь? Господа, а может быть она не моя? Ну а плавать ты умеешь? Умею. Это еще надо доказать. Покажи. А как показать? Здесь же нет воды. А ты на полу покажи. Зачем я думаю о ней? Где она? Что с ней? Так ли она все несчастна, как была тогда? Да что мне об ней думать? Что я? Кончить надо. Бабушка, старик страшно тебя ищет. Сейчас. Не взыщите, батюшка. Может, поесть хотите? Пашенька, я к тебе пришел. Прими меня. Да не может быть. Степа. Сергий. Отец Сергий. Господи. Отец Сергий. Да как же так? Да, ну проходите же, ну что же. Да, он самый. Только не Сергий. Не отец Сергий, а великий грешник Степан Касацкий, погибший великий грешник. Прими, помоги мне. Пойдемте. Пожалуйста. Вот сюда, пожалуйста. Вот сюда. Садитесь. Садитесь. Боже мой. Боже мой. Так смирился. Боже. Такая слава. И вдруг я сейчас. Сейчас. Ты иди, 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 сейчас. Ты знаешь, кто это? Отец Сергий. Ну, отец Сергий. Ты иди там, посиди. Сиди там. Здесь он.
пожалуйста. Вот сюда извольте. Пожалуйста. Отдохните. Вот здесь, вы и уж не в защите. Что так? Господи, а мне ведь идти надо. Куда? Да я тут уроки даю, собственно сказать. Музыки учу. Музыки, это хорошо. Только одно, Прасковья Михайловна. Я ведь к вам за делом пришел. Когда я могу поговорить с вами? Господи, за счастье почту. А вечером можно? Можно. Только еще просьба. Не говорите обо мне, кто я. Я только вам открылся. Никто не должен знать, куда я ушел. Так надо. Понимаю. Господи. А я ведь дочери сказала. Ну, попросите ее не говорить. Ну, отдыхайте. Что ж ты раньше пришла, обещанного? Это я. Теперь можно поговорить? Господи, за что же мне такое счастье, что такой посетитель? Я уж пропустила урок после. Давайте. Вы знаете, я ведь писала вам. Хотела сама приехать. А теперь садитесь. Вот такое счастье. Пашенька, пожалуйста, слова, которые я скажу тебе сейчас, прими как исповедь, как слова, которые я в смертный час говорю перед Богом. Пашенька, я не святой человек, даже не простой, рядовой человек. Я грешник, грязный, гадкий, заблудший, гордый грешник. Хуже не знаю всех ли, но хуже самых худых людей. Стива, может быть, ты преувеличиваешь? Нет, Пашенька, я... блудник! Я богохульник, я обманщик. Кто же это? Стива. Но надо жить. И я, который думал, что все знаю, который учил других, как жить. Ничего не знаю.
тебя прошу научить. Ах, Стива, ты смеешься надо мной. Господи, что же вы всегда смеетесь надо мной? Пускай я смеюсь. Ты скажи, как ты жила, как прожила жизнь? Я? Да я прожила самую скверную, гадкую жизнь. И теперь Бог наказывает меня. И по делам. И живу так дурно. Так дурно. Как же ты вышла замуж? Как жила с мужем? Да, все дурно. Вышла. Полюбил самым гадким образом. Папа не хотел этого, а я ни на что не посмотрела. Вышла. И замужем. Вместо того, чтобы помогать мужу, мучила его ревностью, которая никак не могла в себе победить. Он пил, я слышал. Да. Но я-то не могла успокоить его. Упрекала. А ведь это болезнь. Он не мог удержаться. А я теперь, как вспоминаю, как не давала ему. У нас были ужасные сцены. Потом я осталась с двумя детьми. И без всяких. Да ведь у вас было имение. Да это мы еще все при Васе продали. И все прожили. Но надо было как-то жить. А я ничего не умела. Ну, как все мы, барышни. Но я-то особенно плоха, беспомощна была. Так, проживали последнее. Стала учить детей. Сама немножко подучилась. А тут... Митя заболел, уже в 4-м классе, и Бог взял его. Манечка полюбила Ваню, зять, и он хороший, только несчастный. Он больной. Мамаша! Мамаша, возьмите Вовочку. Не могу я разорваться. Сейчас. Давай. Ну вот. На чем я остановилась-то? Ах, да. Было у него тут место хорошее. И начальник милый. Но Ваня не мог, ушел в отставку. Чем же он болен? Неврастенией. Это ужасная болезнь. Что, моя милая? Что? Ну, потерпи. Потерпи. Маме. Мы тут советовались. Но надо бы ехать, но средств нет. Ну, я думаю, что и так пройдет. Особых-то болей у него нет. Лукерья! Да уж тут куда-нибудь, когда ее нужно. Мамаша! Сейчас. Пошли. Пошли. Иду. Иду, 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 сейчас. Сейчас, посиди, посиди тут, голубчик, посиди. Он ведь еще не обедал. Он не может с нами. Посиди тут, голубчик, посиди. Иду, иду, иду. Вот так и живу. А все жалуемся. Все. Все недовольны. А слава Богу, внуки
славный, здоровый. Жить можно. Да что обо мне-то говорить? Ну, чем же вы живете? А я вырабатываю сама. Я вот все скучала музыкой, а теперь как она мне пригодилась? Что же вам платят за уроки? Платят. И рубль платят. И 50 копеек. Есть и 30. Они все очень добрые ко мне. Вова, Вовочка, иди сюда. Иди, иди к маме, иди. И что же успехи делают? Делают успехи. Одна есть славная девочка, хорошая девочка, дочь мясника. Очень добрая, славная девочка. Вот если бы я была порядочная женщина, я бы при папашиных-то связях нашла бы место зятю. А я ведь ничего не умела. Вот и довела их всех до этого. Да, да, да. Ну, а как вы, Пашенька, в церковной жизни участвуете? Ой, и не говорите. Да все дурно. Все запустило. Ну, с детьми договею. И в церковь хожу. А то и по месяцу не бываю. Но детей-то посылаю. А чего же не бывает сами? Да, правду-то сказать, совестно оборванной-то перед дочерью и внучатами-то идти. А новенького-то ничего нет. Да, в общем, ленюсь. А дома молитесь? Молюсь. Но ведь знаете как? Машинально. И знаю, что не так. А настоящего-то чувства нет. Только и знаешь, что свою гадость. Да, да, да. Так, так. Мамаша! Сейчас! Я им не сказала, кто вы. Сказала, что странник из благородных, и что я знала. Пойдемте в столовую, чаю. Нет. Ну, сюда принесу. Ничего не надо. Спаси тебя Бог, Пашенька. Я пойду. Если жалеешь, никому не говори, что видела меня Богом живым. Заклинаю тебя, не говори никому. Спасибо тебе. Я бы поклонился тебе в ноги. Да знаю, что это смутит тебя. Спасибо.